у нас вышли как раз Парастаев Марат и Никифоров Андрей. Парастаев Марат из Алания, Никифоров Андрей из Брянска. Андрей Никифоров из Брянска в синих брюках. Никифоров Андрей в брюках. Весовая категория 85 килограммов, дисциплина фулл контакт. А рефери в ринге у нас реферит Александр Разумов, судья международной категории. На сегодняшний день один из самых опытнейших рефери России. Реферит любительские чемпионаты, реферит профессиональные матчи. Один из лучших рефери страны. Он из города Челябинска. Рефери, судья международной категории. Обладает несколькими лицензиями разных мировых федераций на право судейства. Вот Марат сейчас довольно-таки грязно сработал. Удар ниже пояса ногой. Отличные кадры, отличная съемка. Хорошие операторы телеканала «Боец» работали у нас. Раз, посмотрите, картинку хорошо, прям подобрали. Чувствуется, что именно по тематике работали непосредственно. Что телеканал «Боец», как называется, так и снимает профессионально. Хорошая пара подобралась, на самом деле. Ну, насколько вот я помню, на чемпионате России там нельзя было оторвать взгляды или уйти. Все бои были интересные. Что среди детей, что среди взрослых, что среди ветеранов. Все-таки великолепный вид спорта, это кикбоксинг. Кикбоксинг по версии ИАКСа, видите, он везде написано ИАКСа, он официально введен в государственную программу физического воспитания. Есть приказ о введении его в государственную программу официально. Но вот эта вот политика, которая проводится определенными чиновниками, конечно, отложит отпечаток. Создали аккредитацию, ну, по законам должны аккредитовать вообще-то все федерации, которые имеют международную вертикаль. Непонимание чиновников, конечно, тормозит в определенном ряде вопросов работу организации. Но я думаю, что мы преодолеем, тем более все законы на нашей стороне. И то, что кикбоксинг по версии ИАКС введен в государственную программу, это приказ уже, ну никак нельзя не вывести из правого поля. Да, хороший бой, да. Упорные ребята. Очень, да, противостояние. Ну, смотрите, зрители болеют. У Андрея Никифора школа бокса превалирует. Марата Парастаева. Рефери совершенно сделал правильное замечание. Посмотрите, однообразно работает все-таки Андрей. Четкие грамотные жесты, четкие грамотные замечания. Вот Парастаев Марат все-таки он соответствует нашему виду спорта. Работа рук, ног. Начинает руками, заканчивает ногами. А Никифоров Андрей работает только руками. Старается обратить руками, внимание. Да, это бокс. Необходимо все-таки рефери заставить его работать. Но Андрей а здесь, знаете, вот зависит все-таки, я считаю, от спортсмена. По Растаеву Марату достаточно было бы, знаете, немножко, так скажем, дистанцию изменить боя.
А он видит тоже, как бы идет на ближнюю дистанцию. И поэтому не все получается. И здесь он вязнет на ближней дистанции. Почему? Потому что именно Андрею удобна эта дистанция. А вот да, тактически надо было немножко чуть-чуть дистанцию сменить, ударную для работы ног, и было бы все по-другому. Картинка была бы совершенно другая. Ну, сейчас секундант у Парастаева, это Руслан Магомедов из города Беслана. У Марата вообще, Марата всякие превалировали в школе бокса. Смотрите, только ногами совсем не работает. Надо... Ну, бойцы достойные, оба уважения, на самом деле. Бойцы достойные, но это кикбоксинг, не бокс. Наши требования, политика. Посмотрите, вот Марат все-таки работает ногами. Какая энергозатрата идет большая? Вот Андрей. И рефери как раз сделал замечание спортсмену из Брянска за неработу ног. Александр Разум, фотограмотный, опытный рефери. Смотрите, как все-таки работает Марат. Молодец. Да, последние секунды боя. Каждый хочет выиграть, одержать победу. Совершенно грамотное замечание делает рефери Александр Разумов, судья международной категории. Судьи должны были вывод сделать. Все-таки это кикбоксинг. Ну, судя по последнему раунду, конечно, работа Марата доминирует, потому что он все-таки показывает работу ног. По правилам соревнований. Да, и судьи должны как бы сделать оценку этому. Последний удар остался за Маратом. Это команда, брянская команда, блин. Ну что ж, достойно, конечно, правда. Но школа бокса превалирует, конечно. Здесь вот Александр Геннадьевич Ширин привез чистого боксера. В этом упорном, достойном бою звание чемпиона страны завоевал Парастаев Марат. Закономерно. Все-таки он показывал чистый кикбоксинг.